Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Посетить национальную деревню – первое, что предложили в Саратове членам Ассоциации городов Поволжья. В этом волжском городе заседание правления Ассоциации проходило впервые. О сохранении межнационального мира в регионе, добрососедских отношений культурных традиций, что в год культуры особенно актуально, о социализации мигрантов и ответственности шла речь на заседании Ассоциации городов Поволжья. Из Саратова наш репортаж. В мире добре и согласии живут национальные общины Саратовской области. 16 подворий представителей разных национальностей бок о бок. Проект «Национальная деревня» появился в Саратове в 2003 году. С тех пор она – место притяжения всех горожан и гостей города и в праздничные дни, и в будни. Здесь представители народов развивают свою культуру, обмениваются опытом между собой, сохраняя национальный колорит в еде, сервисе, обрядах и традициях. Там видели три подворья – Мордва, грузинское подворье и армянское. У них вообще единый вход и выход. Сначала ставили заборы, потом армяне сказали, что к вам, грузинам, далеко чего-то ходить. Вот, грузины согласились, да, сделали калиточку. Точно так же и с Мордвой. У них там тоже есть калиточка. На больших праздниках подворья объединяются и превращаются в один общий дом. Для Поволжья это, в общем-то, привычно и символично. Сошлись во мнении члены правления Ассоциации городов Поволжья. Так тепло и радушно их впервые принимал Саратов. Сохранение межнационального мира, культурных традиций, что в год культуры особенно актуально и живо, стали основными вопросами повестки работы Ассоциации городов Поволжья. Очень важно было услышать, понять, оценить тот опыт, который имеет каждый город по решению этих вопросов, по сохранению межнационального мира, по сохранению тех традиций, которые есть в поволжских городах. В поволжских городах живут и жили веками люди разных национальностей, разных вероисповеданий, жили вместе, жили по-настоящему одной большой братской семьей. Вот эти традиции наших предков мы обязаны сохранить. Разговор получился конструктивный. Представители городов поднимали острые вопросы, волнующие каждый регион. Темы миграционной политики, адаптации мигрантов, ответственности, их социализации в регионе. Глава Самары отметил положительный опыт Саратова по созданию муниципального центра адаптации мигрантов. Работа в этом направлении стала одним из критериев эффективности глав районов Саратова. Самара, в свою очередь, поделилась с регионами опытом поддержания добрососедских отношений представителей разных национальностей, в том числе благодаря городской программе «Самара многонациональная». Нижнему Новгороду, например, понравилась самарская афиша «Года культуры». В частности, проект «Городская среда» и локальный проект для жителей отдаленных территорий города «Самарский театральный вояж». Площадка Ассоциации городов Поволжья значимая и авторитетная. Здесь не просто обсуждаются вопросы, а вырабатываются механизмы и пути их решения. Происходит плодотворный обмен опытом, резюмировала полпред президента в Саратовской области Марина Алешина. Большое количество городов в этой ассоциации, да, и опыт работы у всех разный, специфики региона у каждого своя, и, соответственно, огромный опыт. И когда мы с этим предложением по какому-то направлению, значит, готовим документ, то там, где он востребован, конечно, на него обращают большое внимание. Такой командой работать легче, потому что у всех разный опыт. Все в разное время выбираются, избираются. Один, бывает, избирался только вновь в созыв, да, а у другого богатейший опыт за плечами. И, естественно, это хорошая площадка для передачи опыта. Мы очень много взяли Чебоксар с точки зрения проведения работы с общественными институтами. Вот именно с общественными организациями, общественными институтами. Мы очень много взяли у Кирова с точки зрения формирования органов, первичных органов самоуправления. Великая русская река, объединяющая города Поволжья, стала дорогой обмена опытом культурного, образовательного, инновационного между городами и регионами. Уже уверенно могут заявлять представители Ассоциации городов Поволжья, встречаясь и расставаясь до следующей рабочей встречи, которая, кстати, запланирована в Ульяновске и будет посвящена вопросам ЖКХ и капитального ремонта. Айгуль Зиганшина, Ирина Тулгаева, Артем Сулайманов. События.
День защиты детей, который в России празднуют 1 июня, в Самаре прошел в невероятно теплой, почти семейной атмосфере. И солнечное настроение создавала не только прекрасная погода. В самом детском парке города имени Юрия Гагарина собрались сотни маленьких самарцев, для которых была организована развлекательная программа. Дети с ограниченными возможностями здоровья выступили на сцене с обычными сверстниками. В этот день в парке побывал и глава Самары Дмитрий Азаров. Поздравления детей и взрослых он совместил с проверкой хода работ по реконструкции парка. Восьмилетний Артем Товчинников пишет стихи, поет на сцене вместе с бабушкой, участвует в фестивалях. Инвалидная коляска для талантливого мальчика не стала преградой к новым достижениям. А теплый прием публики дает силы для творчества. А вот эти вот праздники, они просто помогают жить. Вот помогают жить. И вот он сейчас прочитал тут вот, у Гагарина-то, там самое главное, это человек, это сила духа. Все, он сейчас говорит, сила духа, все, я сильный, мне это все нравится. Я как все. Артем был участником самарского этапа эстафеты Олимпийского огня. А этим летом юное дарование отправится в речной круиз, организованный для детей-инвалидов. На празднике Артем встретился с главой Самары Дмитрием Азаровым. Они познакомились минувшей зимой на концерте, посвященном Дню инвалидов. Тогда Артем и поделился своей мечтой пронести олимпийский факел, которая исполнилась. Нет, я хочу успехов пожелать. Давай, новых побед. Мы тобой гордимся, твоим достижением радуемся. Надеюсь, они и дальше будут продолжаться. Глава города поздравил маленьких самарцев и их родителей с Днем защиты детей. Защищайте, берегите детей. Привет, тебя как зовут? Вместе с представителями городского департамента благоустройства и муниципального предприятия парка Самары мэр Дмитрий Азаров решал рабочие вопросы по завершению реконструкции парка Гагарина. За последние годы этот любимый горожанами зеленый уголок буквально преобразился. Теперь это действительно парк для отдыха всей семьей. Деревьев много, вот. Какая-то такая зеленая точка нашей Самарской области, где все-таки можно уединиться от солнышка, посидеть, порисовать. Сейчас хорошо, что убрали кафе, что очень мало пьющих людей можно встретить. Это хорошо. Цветы. Еще можно с цветами фотографироваться. Благоустройство парка продолжится. Обновят аллеи, клумбы, появятся новые тематические зоны. К примеру, уголок безопасности дорожного движения, который оборудуют совместно с ГИБДД. По поручению главы города план реконструкции будет расширен. Здесь сделают велодорожки, отремонтируют сцену. Смотрел объем работ по этому году, который в парке предстоит. Да, высказал некоторые замечания к проекту. Надо дополнительно принимать меры по строительству туалетов, раздевалка при спортивных сооружениях. Есть замечания по спортобъектам уже созданы. Обсудили, что по стадиону и в каком виде нужно сделать в этом году. Очень много работы в этом году предстоит. Есть желание сделать это и качественно, и разумно. Ну и вот сегодня мы посоветовались в том числе с людьми. Горожане рассказали о своих пожеланиях. Молодые мамы с колясками предложили сохранить асфальтовое покрытие на аллеях по периметру парка. А родители детей-инвалидов оборудовать у парка дополнительные парковочные места. Все пожелания учтут при реконструкции. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. В экологически чистых уголках Самарской области в этом году смогут отдохнуть 15 тысяч детей. Они отправятся на отдых по льготным путевкам. В списке 25 оздоровительных лагерей области. Чтобы получить скидку на загородный отдых, необходимо подать заявку через интернет и забронировать место. Мария Коновалова пришла в Самарский многофункциональный центр за уведомлением о получении льготной путевки для сына. Полная стоимость трехнедельного отдыха в летнем лагере – порядка 15 тысяч рублей. Основные расходы берет на себя область. Родители оплачивают только 20-30%. Марии путевка обошлась в 2,5 тысячи рублей. Ну, я считаю, что в лагере ребенку намного лучше, чем сидеть дома, потому что, как правило, отдых дома превращается просто в сидение, по сути дела, за компьютером. А в лагере ребенок может играть с детьми, опять-таки заниматься какими-то полезными делами, ну и плюс природа. Цены на путевки в лагеря не бьют по родительскому карману. Неудивительно, что сейчас осталось порядка 600 путевок. Остальные раскупили буквально за месяц. Путевку нужно сначала забронировать на сайте, а затем выкупить в течение недели. За месяц где-то оказано 7 тысяч услуг по этому направлению. Ну, получить путевку очень легко. Зайти на портал, выбрать лагерь, прийти, принести документы, сдать у нас их и, соответственно, получить направление. Услуга популярна, говорят специалисты. В день по вопросу льготных путевок в МФЦ обращаются более 600 человек.
Алина Чемерис, Сергей Баскин. События. В загородных лагерях уже началась первая смена. Заработали и пришкольные лагеря. Всего их 164. А вот отдых юных победителей творческих конкурсов, спортивных соревнований и предметных олимпиад начался необычно. Они уплыли по Волге. Ненадолго и недалеко, но с большими планами. Что ждет одаренных школьников Самары в Волгограде, узнавал наш корреспондент. Кубки, награды, победы на конкурсах, новые танцы. Так запомнился этот учебный год участницам танцевального коллектива «Карнавал». Почти все они отличились не только на сцене, но и в учебе. Я, в принципе, все уже почти перепробовала. Я и пела, и танцевала. Но больше остановилась пока на танцах. Это, в принципе, ближе ко мне. Мы выезжали из города, из страны. Ну вот именно по воде, на теплоходе, это первый раз. Наград, конечно, много, но все равно самые лучшие награды – это, зрители твои, то, что ты сам для себя, достижения какие-то твои, это все равно самое лучшее. Впереди лето. От напряженной работы на результат можно немного отдохнуть. Начало каникул многообещающее. Мини-круиз по Волге. На двух теплоходах в Саратов и Волгоград едут 400 самарских ребят, которые отличились в учебе, творчестве, спорте. Путешествие обещает быть насыщенным. Юные самарцы планируют покорить своим талантом волжские города. И в Саратове, и в Волгограде в рамках ассоциации городов Поволжья они будут давать концерты. Их там ждут сверстники, ровесники, друзья. И на самом теплоходе будет очень много мероприятий и по самоуправлению, и семинаров, и обучающих каких-то летних школ. Круглые отличники и на отдыхе не собираются сидеть сложа руки. Уже летом нужно готовиться к предстоящим олимпиадам. По обществознанию и праву, рассказывает 11-классник Евгений Тоншевский. Эта поездка не только развлекательная, а позволяет многому научиться. Здесь будут секции, мастер-классы, которые позволят повысить мое образование. Ну и, конечно, дети, даже самые умные и талантливые, ждут веселого общения и новых знакомств. Любое путешествие, даже такое недолгое, всего лишь 4 дня, это своего рода приключения. Я надеюсь именно на приключения. Я планирую, возможно, проявить себя во всяких творческих конкурсах. Обмен опытом между творчеством и наукой обязательно приведет к нестандартным и креативным идеям. Ребята обещают вернуться в родной город с новыми проектами для будущих побед. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре прошел фестиваль прессы. В этом году он посвящен Году культуры. По доброй традиции все СМИ города представили свои площадки в Струковском парке. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Яркой птичке ГИС объяснять не нужно. Наш телеканал следит за каждым словом в своем эфире. О культуре общения с читателем, слушателем, телезрителем напомнил журналистам мэр Самары Дмитрий Азаров. Глава города по традиции пришел поздравить работников средств массовой информации с профессиональным праздником. Ежегодный фестиваль прессы проходит в Струковском парке в 21 раз. Он посвящен Году культуры. Мы проводим этот фестиваль в Год культуры. Я думаю, что это еще один повод задуматься о культуре профессии, о культуре информации, о культуре общения. Я, конечно же, хотел сегодня поблагодарить всех присутствующих здесь, все журналистское сообщество за совместную работу, за ту конструктивную критику, которая позволяет нам достигать новых результатов на еще более высоком качественном уровне. Когда у нас работают какие-то федеральные издания, за счет наших региональных новостей, региональных материалов, они становятся намного интереснее, чем это в других регионах. Слово «культура» происходит от слова «культ». Вера, традиции, обычаи. И мне кажется, здорово, замечательно, что жители нашего города чтят традиции. Ежегодно самарские акулы-пера собираются в Струковском парке, чтобы отпраздновать День прессы. Газеты, журналы, радио, телеканалы города готовят свои презентации, стараясь привлечь к своей площадке как можно больше зрителей. Дмитрий Азаров посетил площадку факультета журналистики Самарского государственного университета и пожелал студентам успехов в будущей профессии. Город ждет ваших честных, ваших принципиальных, ваших конструктивных репортажей, очерков, расследований. Поверьте, в этом я лично очень заинтересован. Это помогает эффективно достигать тех улучшений, которые в нашем городе происходят. Дом дружбы народов на своей площадке представил многообразие национальностей, которые проживают на самарской земле. Гости праздника познакомились с народным творчеством татар, мордвы, казахов, киргизов и других народов. Под русские гармошки, под лесу и ночи.
Следующей остановкой стала площадка «Самарской газеты», которая собрала лучшие детские коллективы города. В этом году изданию, в котором работал писатель Максим Горький, исполняется 130 лет. В честь этого события Дмитрий Азаров вместе с редакцией газеты высадили памятную рябину. Завершился праздник традиционным награждением СМИ, которые принимали участие в фестивале. Дипломы от главы города и Союза журналистов получил и телеканал «Самара ГИС». Благодарственным письмом главы города за мастерство и верность профессии награжден оператор телеканала «Самара ГИС» Артем Сулайманов. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События. Любить и уважать друг друга, не посягать на независимость партнера и быть честным. Рецептами семейного счастья поделились психологи, которые будут работать на новом проекте сайта 63.ru. «Свадьба года 2014». Подробнее в сюжете. Прислать романтическую фотографию, рассказать о своей паре и надеяться на победу. Сайт 63.ru запускает новый проект «Свадьба года». Из всех присланных заявок жюри выберет 30 пар, которые пройдут во второй тур, после чего определится пара победителей. Нет, наверное, на свете счастья и желания, чем любить и быть любимой. Любовь соединяет две судьбы, две жизни и приводит влюбленные пары к их самому главному дню – ко дню свадьбы. И, конечно же, всем хочется, чтобы этот день стал самым ярким, самым волшебным, самым запоминающимся. Работать с парами будут и сотрудники ЗАГСа, и организаторы свадеб, и психологи, которые уже сейчас делятся рецептами семейного счастья. Нужно любить друг друга, проявлять взаимопонимание, проявлять гибкость в общении, да, это как раз не конфликтность. Из секретов, наверное, еще бы добавила автономность, некую зрелость, да, как личности вот каждого из пары. Свои заявки на участие нужно прислать до 23 июня, а 27 июля объявят результаты. Победителям достанется так называемая «Свадьба под ключ», которая состоится в сентябре. Но все участники получат утешительные призы от 63.ru и партнеров. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Планируя свадебный маршрут, стоит учитывать, что некоторые участки дорог в Самаре временно перекрыты. На ремонт до 1 августа закрыт участок дороги от Коммунистической до Киевской. Понимая, что Московское шоссе – одна из важнейших транспортных артерий города, городские власти скорректировали схему движения общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ходить в объезд. Администрация города просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заблаговременно планировать свой маршрут. С Нового года пачка сигарет, возможно, будет стоить не менее 55 рублей. Причем цена будет расти в зависимости от повышения акциза и инфляции. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. У меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самара ГИС» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». С Нового года пачка сигарет, возможно, будет стоить не менее 55 рублей. Соответствующий законопроект на днях поступил в Госдуму. Эта цена, кстати, не окончательная. Она будет расти в зависимости от повышения акциза и инфляции. В 2013 году сигареты облагались акцизом в 550 рублей плюс 8% расчетной стоимости за 1000 штук. В итоге не менее 730 рублей. В 2014 году минимальная стоимость 1000 сигарет должна составлять 1040 рублей, почти 21 рубль за стандартную пачку. А в 2015 году не менее 1250 рублей или 25 рублей за пачку. Воистину, бюджет пополнится за счет курильщиков. С 1 июня Крым переходит на рубли, а гривна прекращает хождение в республике. Это означает, что во всех магазинах исчезнут двойные ценники. Безналичные и наличные расчеты будут проводиться в рублях, а украинская гривна превратится в иностранную валюту. Рубль стал официальной валютой для Крыма еще в марте, когда республика присоединилась к России. Однако наличной гривной можно было расплатиться до начала лета. На безналичный рублевый расчет регион перешел в начале мая. Для россиян, желающих отдохнуть в Крыму, это хорошая новость. Однако есть проблема. Безналичный расчет практически невозможен, поскольку не хватает банкоматов и платежных терминалов. Да и в целом система электронных расчетов в Крыму пока не отлажена. Так что везите с собой больше наличности. Российский фондовый рынок открылся позитивно. В первые минуты торгов рублевый индекс ММВБ рос и составлял 1444 пункта. В лидерах роста были Преф и Мичела, Солерс, Сургутнефтегаз, Новатек и КАМАЗ. Аутсайдерами на старте сессии стали ТМК, ЭОН Россия, Московская биржа и Полюс Золото.
Внешний фон перед открытием торгов складывался нейтральный, ближе к позитивному. Фьючерсы на сырье и американские индексы подрастали. Хорошо чувствовали себя и китайские площадки. Курс доллара на 2 июня 34 рубля 73 копейки. Курс евро 47 рублей 26 копеек. Золото стоит 1400 рублей за грамм. Серебро стоит 21 рубль 5 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 108 долларов 90 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Голкипер Флады будет готовить к чемпионату континентальной хоккейной лиги финский специалист. В Автограде стартовал летний сезон по спидвею. Лучшие каратисты Поволжья – тольяттинские. В Жигулевске финишировало открытое командное первенство Самарской области по карате. За награды бились 23 команды из Ульяновска, Тольятти, Жигулевска, поселков Кузоватова, Ульяновская область и Хрещевка, Ставропольский район. Цвета клубов и спортивных школ защищали по 3 бойца. В результате упорных поединков автозаводцы турнир выиграли за явным преимуществом. У них 2 золотые медали, по 1 серебру и бронзе. На 2-м месте Ульяновск, команда чемпион в категории мужчин. На 3-м – каратисты Жигулевска, хозяева соревнований. Командный чемпионат страны по спидвею стартовал в Автограде. Местная «Мегалада» принимала башкирский «Салават». Гаревый сезон хозяева трека начали с убедительной победы. Счет 70-19. Лидер команды, чемпион мотогонок Даниил Иванов, заработал 12 баллов. По десяточке привезли на колесе Сергей Даркин и Виталий Белоусов. Самым медленным гонщиком дня в «Мегаладе» оказался Сергей Огольцов. У него в копилке 6 очков. Хоккейная «Лада» заключила годичный контракт с финским тренером вратарей Сакари Линдфорсом. В прошлом сезоне он был помощником главного тренера в нижегородском «Торпедо». А начиналась его карьера хоккеиста в Хельсинки, потом поиграл в клубах Австрии и Швеции. Линдфорс становился серебряным призером Олимпиады в Калгари в 1988 году и занимал со сборной Финляндии 2-е место на чемпионате мира в 1992. Пик тренерской карьеры случился в 2011 году. Его команда «Хивка» стала чемпионом Финляндии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!